29 апреля 1899 года родился один из самых знаменитых джазовых музыкантов 20-го столетия – Дьюк Эллингтон. Пианист, аранжировщик, композитор и, самое главное, руководитель своего знаменитого оркестра Дьюка Эллингтона. Дьюк Эллингтон написал множество джазовых композиций, работал с множеством известнейших музыкантов. В его оркестре играли очень знаменитые музыканты. А трубач, который играл в его оркестре, извлекал наиболее высокие звуки, которые могут извлекать трубачи. Кэт Эндерсон играл очень чисто, вплоть до четвертой октавы. Великолепный тенор-саксофонист Пол Гонсалвес, который славился своим великолепным звуком и умением играть баллады. Примечательно, что в 1971 году Дьюк Эллингтон приезжал на гастроли в Москву, в Ленинград со своим оркестром. И когда Дьюк Эллингтон услышал московский оркестр радио и телевидения под управлением Вадима Николаевича Людвиковского, он сказал так, что если бы у меня был такой оркестр, я бы добился больших результатов. Но наиболее знаменитая тема у Дьюка Эллингтона – это, конечно же, караван. Эта тема по популярности обходит все другие джазовые стандарты. И вот эту тему для вас я сегодня и сыграю.